Всем приветики! Вдогонку к предыдущему видео решил еще одно записать, только более короткое. Где взять музыку без авторских прав? Прямо на самом YouTube. Нажимайте на кнопку «Создать». И все, вот она. Здесь прямо так и написано. Бесплатная музыка. Вот она. Бесплатная музыка. Она не требует... Ну, прослушивая ее, к вам никогда не прилетит жалоба. Единственное, что смотрите вот сюда. Если здесь требуется, то тогда в описании надо указать то, что эта композиция кому-то принадлежит. Но чтобы с этим не заморачиваться, просто проще выбрать указание «не требуется» и все. И тогда слушайте и вообще не паритесь, никто вам уже ничего не предъявит. И не надо нигде в описании ничего указывать. Здесь можно как скачать, нажать кнопку «Скачать», оно скачается, и потом добавить в какое-то свое видео. Так и прямо здесь нажать «Прослушать» и прослушать, например, на трансляции. Единственное, что когда она заканчивается, она не переключается, вроде бы, по-моему, и надо самому переключаться на следующую. А громкость здесь тоже не регулируется, но ее можно регулировать ползунком системы. То есть вот он ползунок в браузере и... Можно сделать либо громче, либо тише ползунком. Либо поперекачать все это и запустить на плеере. Вот. По жанрам выбрать. А если вы уже хотите какую-то... Если вы здесь все переслушали, оно вам надоело, можете тогда, если для какого-то конкретного видео, тогда можете послушать музыку ту, которой требуются авторские права. Только в описании указать вот то, что требует лицензия. Если решили использовать какую-то вообще стороннюю музыку, то тогда лучше сначала проверьте условия ее использования. Нажимаете сюда, и здесь пишите название исполнителя. Например, вот вы хотите... Мне, например, Баста нравится. Узнать, какие у него ограничения, ну, какие он вообще выставляет требования к роликам с его музыкой. Пишите, нажимаете на вот этот вот значок поиска. Именно нажимаете, потому что когда нажимаешь на Enter, оно не срабатывает. И здесь вот его песни. Например, вот, я не знаю, «Моя игра». И здесь показано, какие у него правила использования. Доступно во всех странах. И показ может сопровождаться с рекламой. Это говорит о том, что будет включена монетизация в его сторону, а вы уже не сможете включить, потому что... Ну, реклама — это и есть как бы монетизация. То есть он монетизирует ваши ролики. Вот. А в каких-то треках будет, помимо того, что здесь монетизация включена, еще и в каких-то странах может быть недоступна. А чтобы вообще... Ну, это все равно идет как нарушение авторских прав, по-любому. Просто это то, что он... Что... Какие условия он... предъявляет к вам в своей жалобе. А чтобы не париться по поводу жалоб и их вообще не было, слушайте именно бесплатно. Здесь ее хватает на как бы разные жанры, на разные настроения, на разные инструменты, на разную длительность. Просто вот включайте любую. Единственное, что вот даже можете здесь ничего не нажимать, а смотреть здесь вот, можно ли ее добавлять, или надо какие-то указывать в описании контакты автора. Вот, запускайте любую и все. Можете наслаждаться игрой во время трансляции или на фоне в каком-нибудь видосике включить. Кстати, есть здесь и нормальная музыка, вот это, мне кажется, вроде нормально. Блин, классная, я скачаю ее. Мне нравится. Вот. Здесь есть вот как и нормальная, как бы и не очень. Ну, естественно, не те, к которым мы привыкли. Такие уже немножко... Ну, хотя здесь, ну, немножко похуже, я бы сказал бы. Не такие, как те, которые висят в топах, хиты всякие.
Но тоже нормально есть. Надо просто послушать. И по-любому каждый найдет для себя то, что ему нравится. Вот. Но эта музыка 100% бесплатная. И вам при ее прослушивании вообще можно не париться по поводу авторских прав. Вам жалоба никогда не прилетит. Если, ну, вот указано, не требуется. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.